Сегодня столица празднует День пожарной службы. Утром прошел парад техники, а в парке Горького гостей ожидали конкурсы, фейерверк и демонстрация работы МЧС. После обеда – концерт с участием звезд белорусской эстрады. Не просто участник этого мероприятия, не просто прохожий, а и мама в декрете, но работник, а также наш папа сейчас покоряет беговые дорожки на боевом развертывании. Для нас этот праздник уже традиционный, ежегодно мы всей семьей участвуем во всех мероприятиях МЧС. Ну, как итог всех мероприятий, которые организовываются в МЧС, это, конечно, парк Горького, замечательный семейный праздник для всех работников нашей системы. Ну и здорово, что у простых жителей есть возможность познакомиться и с техникой, и увидеть невероятное количество оборудования, и квадроциклы, и водная феерия, которую представляют работники МЧС на этом празднике. Так как я молодая мама, и ребенок занят бесконечным количеством фломастеров, игрушек и, главное, шариков. Поэтому для нас шарики, салюты и вертолет МЧС – самое главное. Ну вот идем на концерт, может быть, еще впечатлимся наверняка и выступлением артистов на концерте. Очень понравилось. Особенно впечатлились старым, как на лошадях. Еще люди ездили на пожары, правда? Да, было интересно. Как прыгали с моста. Еще фейерверк был классный. Они молодцы, они нам помогают и знаем, что можем на них рассчитывать. Молодцы ребята, бесстрашные, крутые. Спасибо большое за праздник. Еще раз их поздравляем от всей семьи. Очень классно сделали. Мне понравилось очень. Хорошо, что есть такие люди, которые помогают всем. Было приятно ощущать, когда не умеют это все делать, не бросят в беде. Чудесный праздник. Мы не в первый раз на этом празднике. Вот. У нас, собственно, и родственник в МЧС служит. Праздник чудесный. Понравилось спасение на воде, понравилось парад техники, понравился очень, потому что это все необычно. Я очень рада, что такие праздники проходят. Дети вместе с родителями могут прикоснуться вот к этому моменту. Может быть, у некоторых в этот праздник случится там определение с профессией, например. Почетный праздник. Таких праздников нужно устраивать побольше. Это как и профориентация для подрастающего поколения. Очень чудесно. Ребята, вы такие молодцы, вы такие смелые. Спасибо вам за то, что вы спасаете и наши жизни, и наше имущество. Поменьше вам таких сложных ситуаций жизненных, побольше радости, здоровья, счастья. Салют! Было интересно. Как настроение? Нормально. Мне нравится.